Сейчас поеду на мойку и решил для вас записать видосик, да? Машина совсем грязненькая стала, да? И по старой нашей доброй традиции мы ответим на один вопрос, на очень популярный вопрос. Почему не получается заработать даже $500 через интернет? Такие вопросы мне поступают постоянно, меняется лишь сумма. Либо в комментариях на YouTube, либо в личных сообщениях люди пишут. Пишут даже такое, что вроде я обладаю каким-то навыком, я умею работать в фотошопе, могу сделать превьюшку и так далее. Я могу монтировать видео в Adobe Premiere там, или в любой другой программе. То есть у меня есть какой-то навык, которым я обладаю и могу быть полезен, да, в работе в интернете. Но почему я не зарабатываю деньги? Забегая вперед, скажу, что вот, допустим, вот эта вот машина, да, подписчики уже старые знают, да, несколько месяцев назад Land Cruiser Prado купил. Она заработана целиком и полностью из денег, которые были заработаны из интернета. Понимаете? То есть деньги в интернете есть. Но почему не получается заработать у человека, который обладает навыком, я уже не говорю о полных новичках, которые не умеют, ну, абсолютно ничего, и только пришли в заработок в интернете. Но это, конечно, вопрос. И на этот вопрос я нашел ответ. И нашел специальную такую интереснейшую статью. Вы можете ее прочитать. Ссылочка на эту статью находится в описании. И поделиться своими мыслями, может быть, в комментариях или еще где-то. Статья очень интересная, очень познавательная. Раскрывается как раз этот вопрос. Почему не получается? Ну вот, переходите. Ссылка находится в описании. Ну, а на этом у меня все. Пока.